Сегодня подготовка картофельных грядок. Вернее, одного картофельного поля. Решили хотя бы пару рядочков посадить. Ну, холодно в этом году, очень холодно. Холодно настолько, что вообще не хочется к земле прикасаться. Ну-ка, сегодня уже 6 мая, а с утра даже легкий ледок был на воде. Ну, такой, парчи незаметный, но минус сегодня ночью был. Ну, какой вот в минус сажать картошку, ё-моё. Ну, попробуем все-таки. Последний проход делаем уже прямо по дорожке. Я имею в виду, я иду по дорожке, а культиватор вычесывает последнюю полосу. Ну, как-то все вот так вот быстренько и сделали. Ну вот, если посмотреть поле за моей спиной, оно уже готово к распашке под грядку. Конечно, если бы у меня не было лаплоша, я бы, наверное, пошел бы по пути нарезания гряд. Да вообще-то есть такая даже мысль нарезать гряды. Но, скорее всего, ограничусь лаплошевской системой. То есть опять нарежу грядку лаплошем и буду сажать в эту грядку картофель. Попробую так.